мы все равно пригласили человека, который, несмотря на то, что он испанец, он работает в России, скажем, тоже в театре оперы и балета, он вчера играл в чередничном концерте, в ансамбле тоже в трио вместе с Володей, с Андреем Сапаловым. Замечательный молодой человек, мы буквально вот только вчера с ним познакомились, потрясающий парень, он очень любит все, что происходит у нас в России вместе с тромбоном. Я считаю, что, наверное, следующий фестиваль мы можем смело уже называть международным. Надеюсь, что к нам будут приезжать европейцы, американцы и все остальные ребята. Коста Жерар, Испания, солист Пермского театра оперы и балета. Исполняет он фольк-рабе, баскет.